На прямой связи временно исполняющий обязанности главы региона. Сегодня Олег Николаев онлайн общался с жителями республики в социальной сети ВКонтакте. Трансляция шла в сообществе с более чем 100-тысячной аудиторией. Можно? Добрый день всем. Сегодня у нас новый опыт общения органов исполнительной власти с жителями республики, всеми, кто сочувствует тому, что происходит в Чувашии. Прямая линия в сети ВКонтакте. Отвечаем на вопросы, которые поступали к нам в течение уже 4 дней. За 4 дня под постом о прямом эфире на портале «Подслушано Чебоксары» собралось более 1300 комментариев. Это живой интерес к новому формату общения с жителями. Андрей Хараскин спрашивает вот так вот просто и незамысловато. Олег Алексеевич, вы чуваш? Андрей Палаев, чуваш. Хирлежи чуда районите чурбаян дежурална. Атеди, анеди, азанеди, азатеди, кугам, кугам, кугамайда, кугазиди, взень, аша, амажзимди, будет чуваш символ, начал мада, будет чуваш. Кстати, в развитии и поддержке чувашского языка в республике Олег Николаев заинтересован. Поддерживать будут особенно новые форматы подачи, интерактивные и 3D-игры. Львиная доля вопросов касалась мусорной реформы и ЖКХ, участников долевого строительства. Острая и насущная тема – невысокие зарплаты в регионе. Проблема кроется в слабо развитой экономике. Прежде всего, надо заняться, я бы так сказал, перезагрузкой развития экономики Чувашии. Чем мы, в принципе, с первых дней занялись? Мы создали Высший экономический совет. На площадке Высшего экономического совета мы тут же взялись за переработку стратегии развития Чувашской республики. Наша задача вот как раз получается через, скажем так, совместную работу с этими крупными предприятиями, реализацию крупных инвестиционных проектов, а на фоне этого будет появляться много таких мелких потребностей у этих крупных предприятий развивать малый и средний бизнес. И таким образом вот как раз дать мощный импульс развития вот всей экономики. Отвечать на вопросы жителей региона и принимать предложения временно исполняющей обязанности главы Чувашии Олег Николаев планирует и лично. В его графике запланированы поездки по городам и районам. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.